первое, что бросилось в глаза, много молодых ребят, молодая команда. Все ребята простые, хотя есть люди, которые выигрывали здесь чемпионат России, Кубок России. Но каждый человек в этой команде готов был помочь, подсказать, где-то потравить. И за счет этого процесс адаптации прошел быстрее, чем я ожидал. Соломинки, по сути, никакой не было. Это была команда, которая помогла просто влиться в коллектив. Для меня это вообще было шоком, неожиданностью, потому что он мне до последнего не говорил. Я узнал о его приходе только в день его прихода в «Локомотив». И, конечно, после того, как он перешел сюда, мне стало еще комфортнее. Хотя, опять же, я не жаловался на то, как я адаптировался, на процесс адаптации. Но благодаря Косте он прошел еще быстрее. И я счастлив, что мы снова в одной команде. Дело в том, что я начинал в дворовой команде, которая находилась рядом с моим подъездом. После этого я попал уже в команду, в которой провел 5 лет. И, собственно, с этой командой я уехал в Академию ЦСКА. И я просто такой человек, что я не люблю что-то менять в жизни. Я, если привыкаю к одному месту, то для меня это очень важно. И какие-то перемены не идут мне на пользу, как мне кажется. Поэтому я всегда был предан своей команде, которая находится в Питере. Это «Локомотив Санкт-Петербург». Они до сих пор существуют. И у меня очень близкие отношения с тренером. Я до сих пор с ним общаюсь. Чолпанов Александр Валерьевич. Вот. И мы с ним часто рассуждали на тему, почему мне не стоит уходить в Академию «Зенита». И сошлись на том, что в своей команде я был лидером, мог проявить свои лидерские качества, если бы я ушел в Академию «Зенита». Безусловно, это очень сильная академия, но там ребята все одного уровня, и у всех практически одни требования. И эта академия заточена под результат, как мне кажется, не под качество футболистов, то есть не на развитие, а именно на результат здесь и сейчас. Был даже момент, что большая команда, взрослая команда «Локомотива Москвы» нам помогала с экипировкой. То есть у нас была игровая форма у академии в точности такая же, как у основной команды. И было пару турниров, когда ребята из Академии «Локомотива» приезжали к нам в Питер. И тогда действительно я смотрел, для меня это был просто другой уровень. Все были в одной экипировке. Была видна команда, структура, система. Но я тогда даже не задумывался, что спустя какое-то время я не то что даже в «Локомотиве» окружусь, что я в ЦСКА уеду. Я просто, опять же повторюсь, играл, получал удовольствие, работал. И вот так сошли звезды, что я теперь здесь. В самом начале моего, скажем так, футбольного пути, около 7 лет, я занимался с ребятами, которые старше меня на 3 года. И, честно говоря, были слезы на тренировке, потому что нагрузки все равно были выше, нежели чем со своими сверстниками. Это очень сильно закаляло, и уже в тот момент, казалось бы, в таком неосознанном возрасте, я понимал, что для того, чтобы чего-то добиться, надо чем-то жертвовать, надо, стиснув зубы, работать, плакать, потеть. И, безусловно, это понесло какие-то негативные моменты, то, что я занимался с ребятами старше, но, тем не менее, больше я получил от этого пользы. У меня прошел вот этот период соплей, когда можно было подбежать к маме, она тебя погладит по головке, потому что мы уезжали на сборы в лагеря, я всегда там был один, мы уезжали тоже на 2-3 недели, и в 7-8 лет, когда ты уезжаешь от родителей, для тебя это, безусловно, стресс, но я к этому быстро привык, и уже тогда я понимал, что я это делал не просто так. Я иду за своей мечтой, я работаю для того, чтобы чего-то добиться. Поэтому я рад, что у меня все так сложилось, но это стоило, конечно, тяжких трудов. Мои первые воспоминания из детства – это то, как я где-то что-то делаю с мячом, поэтому всегда только один вектор был направления. Я и учился, на самом деле, очень плохо, пропускал много уроков, опять же, из-за турниров, из-за сборов и так далее. Часто мне приходилось слышать от людей, что я умен не по годам, в том плане, что я очень рано созрел, и как раз-таки причина этому то, что я практически с 7 лет не то что один, но зачастую в разных поездках, в разных турнирах, а в 14 лет я вообще уехал от родителей в Москву и жил в интернате. Поэтому я очень рано повзрослел, мне пришлось, вернее, рано повзрослеть, опять же повторюсь, я об этом нисколько не жалею. И сформировался я уже как личность, и человек, у которого есть свои идеи, который преследует свои идеи, уже около 8-9 лет, даже вот тренер мой, я его всегда называю первым, хотя по факту он у меня третий,
Но первый он для меня, потому что он все в меня и заложил, как я считаю, это Чулпанов Александр Валерьевич. Он мне часто говорил, что по сравнению со своими сверстниками я думаю немножко иначе. То есть банальный пример можно привести. Опять же, возьмем сборы в лагере. Ребята идут на дискотеку, я иду на поле. Ребята спят в тихий час, я иду на поле. И я тогда уже понимал, что я хочу чего-то добиться. И очень сильно люблю эту игру в футбол и стараюсь всегда отдаваться на максимум. Дело в том, что у меня были принципы всегда, которых я придерживался. И были моменты, когда улица, назовем это так, хотела повлиять немного на меня. Где-то там покурить предлагали ребята, где-то выпить, но я всегда отказывался, потому что мне это не надо. То есть я уже с этого раннего возраста понимал, к чему я стремлюсь. Но все зависит в первую очередь от человека, чего он придерживался, каких целей он хочет добиться. Но тут только все от тебя зависит, все в твоих руках. У меня не было примеров, у меня была мотивация. Я не хочу сейчас как-то умалять свои достоинства, достоинства своих родителей, говорить о том, что мы жили бедно. Нет, мы жили как среднестатистическая семья, но мне не нравилось, что мои родители работают и не могут себе позволить уехать банально на море. Как бы это сейчас не звучало странно, но в 7-8 лет действительно для меня это не то, что было шоком, но мне не нравилось, опять же, что мои родители в чем-то нуждаются. И вот мной двигала и движет моя мотивация. У меня есть двоюродный брат, есть родная сестра, но она другого отца, зовут Маргарита. А так, в принципе, у меня больше связей с какими-то родственниками нет, по факту просто потому, что у меня их не так много в России. В Армении, да, мы можем созвониться по WhatsApp, по FaceTime, какую-то связь я держу, но, опять же, в силу того, что я постоянно где-то в разъездах, это происходит редко, но если есть время, я обязательно позвоню. На момент интервью, извиняюсь, что перебил, у меня сыну исполняется годик, у него сейчас день рождения. Тебя поздравляем, Наиль. Спасибо. Я думаю, что быть родителем – это все равно в какой-то мере работа. Ты должен вкладываться в своего сына, дочь, неважно, воспитывать, учить. Понятное дело, пока еще неосознанный возраст у ребенка, он не может говорить, но он может что-то понимать. Ты меньше в этом принимаешь участие. Но когда уже твой ребенок подрастает, ты обязан им заниматься для того, чтобы вырос хороший, добропорядочный человек с хорошим воспитанием. Я себя отнесу, наверное, к первому типу. Я человек мягкой душевной натуры. И слово меня иногда может ранить, особенно от какого-то авторитетного человека в данной моей профессии, от футболиста. И то есть если в том возрасте, 18 лет, я слышал критику от Алана Дзагоэла, там, от братьев Березуцких, то на мне это отражалось очень сильно. Я боялся потом сделать что-либо на тренировке. Но через это, я считаю, надо было пройти. И сейчас, вот последнее время, когда я в ЦСКА уже был, последний мой сезон, мне что-то пихали, говорили, да, конечно, было неприятно, хотелось исправить свою ошибку, но ты уже не вбивал себе это в голову и не ходил с мыслью, что ты там что-то сделал плохого, допустил какую-то ошибку, ты старался ее быстрее исправить. Но, опять же, я себя отношу к типу футболистов, людей, которым лучше не пихать. В основном, если я туда подхожу, то угощаю кого-то игровой футболкой, как правило, это маленькие дети. Но был один случай, когда я давал, по-моему, кусочек интервью небольшого Матч ТВ, и какой-то человек с трибуны начал кричать очень плохие вещи в мой адрес, но здесь я уже не смог выдержать, потому что они действительно были такого оскорбительного характера. Я подошел, спросил просто, в чем проблема. В итоге в конце мне поаплодировали, пожелали побед, и я ушел. Ну, ты представляешь театр без зрителей? Что с ним произойдет, когда актеры будут стоять на сцене, а в зале никого не будет? Правильно. А в футболе это получится товарищеская игра. На самом деле болельщики очень много значат. Зрители, болельщики, люди, которые приходят болеть, потому что за счет их поддержки, их энергетики ты в каких-то моментах ловишь кураж. За счет хороших действий ты чувствуешь себя гораздо увереннее, потому что они тебя поддерживают своими, опять же, своей энергией.
И это очень важно, я считаю, что каждый человек на трибуне, он очень важен за счет того, что футбол, по сути своей, это шоу, и мы играем для болельщиков, и, понятно, в первую очередь для себя. Но я не представляю футбол при пустых трибунах, это уже не футбол, это уже дыр-дыр во дворе. Попал я в первую команду благодаря Виктору Михайловичу Гончаренко. Он меня взял на первые сборы, когда еще, назовем так, была старая гвардия в ЦСКА. Это братья Березуцкие, Игнашевич, Верблум, Тошич и так далее. Могу сказать, что там была команда чемпионов, которые выиграли огромное количество трофеев. И когда в команду приходит какой-то парень, 17-18-летний, очередной парень, естественно, для них это... Ну, это какой-то очередной молодой, который что-то там пытается. Не без пихача проходили мои сборы, но я считаю, что это нормально. Опять же, повторюсь, там команда, которая была с высокими амбициями, ставила постоянно высокие цели, задачи. И если у них под ногами вертелся какой-то Наир Тикнезян и еще ошибался, то понятное дело, что они психовали. Но я скажу, что это тоже сыграло на руку. Было пару эпизодов, которые очень сильно отразились на моей психологии, но я ни в коем случае не жалуюсь, это наоборот только придает сил, закаляет тебя, и ты двигаешься дальше, и потом просто обрастаешь, скажем, толстым слоем кожи. Благодаря этому не обращаешь внимания на какие-то мелочи, какую-то неконструктивную критику и так далее. Из-за того, что я не так много играл в Лиге Европы, у меня небольшой опыт игр в Еврокубках. Я помню, что первый тайм я провел достаточно неплохо, с учетом того, что мы весь первый тайм, в принципе, как и всю игру, оборонялись, но, тем не менее, с моего фланга практически не было никаких моментов, и я тогда действительно почувствовал еще больше уверенности, и мне казалось, что если я так продолжу играть, то все будет хорошо. Ничего не предвещало беды. Выходя на второй тайм, возможно, где-то я перегорел внутри себя. Уж слишком большие у меня крылья выросли, наверное, я не знаю, как это объяснить. И я помню момент, когда я получал красную карточку, я просто потерял позицию, неправильно сыграл, выдернулся, проиграл в корпусе, меня прокинул Ундер, по-моему, это был. Он меня прокинул, получается, выиграл у меня в скорости. И там даже момент такой был странный, что я не хотел фолить, я бежал по инерции, и он просто подставился. Но это все не имеет значения, потому что дальше, когда назначили пенальти, показали красную карточку, у меня просто перед глазами все рухнуло, потому что это вторая игра. Вокруг моего трансфера было так много разговоров, которые, к сожалению, тоже оказывали небольшое на меня давление. Я человек, который привык оставаться в тени, просто скромно работать, доказывать. И не привык вот к этим всем разговорам вокруг твоей личности. И когда судья показал красную карточку, я помню, я проходил через стадион, и эта минута, что я шел от одной бровки, от одного конца поля к другому, он превратился в 3 часа в день, в 3 часа, не знаю, в полдня. И пока я шел, я просто понимал, что я очень сильно подвел свою новую команду. На меня возлагали надежды, и я просто подвел тренера, руководство. Было очень тяжело. Но, слава богу, мы тот матч закончили в ничью, и когда игра уже закончилась, я на табло увидел, что счет 1-1, мне стало легче, у меня как груз упал с плеч, но все равно осадок остался неприятный. И после этого матча было тяжеловато, конечно, собраться, но после Марселя у нас была игра в чемпионате России, я там тоже вышел в старте. После той игры опять снова вышел в старте, и как-то за счет игр уже удалось этот момент подзабыть. Я попросил всех не говорить о футболе дома. Неважно, хороший, плохой матч, я стараюсь по приезду домой, как только я пересекаю порог, просто абстрагироваться полностью от своей работы, от футбольной жизни. Я вообще не смотрю футбол именно дома, только на сборах, во время теории или просто когда есть свободное время. Дома я стараюсь исключить полностью. Это помогает переключиться, да, и не зацикливаться на каких-то моментах. Безусловно, когда допустил грубую ошибку в игре, я сразу ее пересматриваю, делаю выводы и иду дальше. Я рад был увидеть, именно пообщаться с Гильерми, потому что все бразильцы, на мой взгляд, очень положительные, улыбчивые люди. И этот человек, по сути, как и Акинфеев, я думаю, сопоставимо. Они считаются двумя очень сильными вратарями в нашем чемпионате. И тот, и другой
я думаю, можно с уверенностью назвать обоих легендами. И мне хотелось просто посмотреть на то, как человек себя ведет, какие качества капитанские он проявляет. И я остался только в восторге от того, насколько он добродушный, честный, порядочный человек. Я бы хотел сыграть в одной команде с Роналдо, хотя бы просто один день посмотреть на то, чем человек питается, как он восстанавливается, как он тренируется, что он делает. И сыграть против... Против многих бы хотел сыграть на самом деле. Но давайте назову Мбаппе. Просто сравнить, насколько он быстрее. Понятное дело, что там разница будет космическая, но просто посмотреть на его бешеную скорость и понять, как они далеко там все ушли в Европе. Я себя душой компании не считаю, но иногда, да, могу как-то разрядить обстановку, посмеяться. Я, в принципе, люблю концентрироваться на позитиве, на такой тяжелой, хорошей работе, но, опять же, с позитивом. Мне кажется, за счет этого можно еще больше добиваться результатов, нежели чем когда ты чересчур где-то расконцентрированный, нет улыбки, нет эмоций. Жизнь не так коротка, чтобы не улыбаться. Мне кажется, у меня только все начинается. Безусловно, когда я вышел, был переломный момент все-таки, как... Это была игра с Ахматом, когда я вышел первый раз в старте за ЦСКА. Я вышел в старте спустя 2,5 года тренировок за основную команду. Да, я играл в кубке, выходил на 2 кубковых матча, но тут мне предоставили шанс выйти в чемпионате. Это был мой дебют в стартовом составе. Тогда у меня получилось отдать, скажем так, предголевую передачу. В футболе такого нет, правда. Но для меня это много значило, что после прострела с моего фланга Федя Чалов киксанул на Кучая, на дальнюю штангу, Костя забил. И я тогда понял, что вот, казалось бы, этот момент, это мгновение, это то, вот, ради чего я 2,5 года занимался, тренировался, уходил в аренду. И в тот момент я понял, что я на правильном пути, что я все делаю правильно, свыше меня направляют, а моя задача не заниматься ерундой и глупостью, и просто тренироваться, отдаваться футболу на 100%, быть честным в конце концов перед футболом, перед самим собой.